дружим 20 лет. Я вижу, когда у тебя депрессняк. Где бы ты ни витала, спускайся на землю, потому что мы в этот поход идем не развлекаться. Нет сигнала. Не просто отказаться от городского комфорта. Да, я проработаю свою травму. Или что-то. Покажем прошлому, кто здесь главный. Не нравится мне это. Здесь что-то происходит. Дыши, ты чего? За нами как будто кто-то наблюдает. Тебя это напугало? Я на это не подписывалась. Кого ты видела? Какое-то существо. На нас влияет это место, само нахождение здесь. Нам всем приснился одинаковый кошмар. Наверняка есть другое объяснение. Люди приходили сюда тысячи лет. Они верили, что здесь обитает могущественный дух. Нельзя прийти к осознанности без боли и дискомфорта. Спуск. Новая глава.